Трое мужчин пошли в супермаркет и решили украсть тележку, загруженную водкой, на сумму 7000 гривен. Именно столько стоило счастье, по мнению троицы. Скоро суд решит, какой срок несчастья выпадет на судьбу законченных алкоголиков. В Татарбунарах детей учили, как не потеряться в информационном пространстве. Школьники послушали лекцию, а потом сами с удовольствием провели экскурсию лекторам. Такой он, 21 век. В центре Одессы по улице Торговой гуляет слон. Как так вышло, никто не знает. Защитники в растерянности. С одной стороны, животное не в клетке, а с другой, поздравить его лично, никто не спешит. Сегодня в Горсовете прошло заседание комитета обеспечения доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями. Мужчина с инвалидностью споткнулся на ступеньке на входе в мэрию. Яркий пример деятельности комитета.